Я предлагаю, знаете, какую тему. Значит, все, записывайте. Мы начинаем. Э, вы фугаботы. Вот есть боты, вы будете фугаботами. Э, мы начинаем форсить тему на серьезке, прям тоже под, под, всеми комментариями. То, что проклятый Запад знает, что у нас ввозят Мерседесы, БМВ, там вот это все хуйню по параллельному импорту. И они это знают, они туда вкачивают геолокацию и записывают разговоры. Поэтому надо запретить всем BMW, Mercedes и, короче, все вот эти вот неправославные марки машин. И посмотреть, как челы, которые ездят на этих машинах, запретят эти машины, нахуй! Что они будут делать? Но надо прям расфорсить и говорить, бля... Там вот реально, как только по геолокации а, а, оказывается в России эта машина, там сразу прослушка наших очень важных разговоров русских. Например, эти суки хотят узнать, как мы готовим такие тонкие блинчики. Эти долбаки делают вот такие блины толстые. Блин. Они хотят узнать рецепт су наших русских блинов, бля. Су мы это нахуй так не оставим, ёпта бля! Это хуйня полная. Все вот эти марки, бля, которые не китайские. Надо ездить на Лисонь! И, блядь, нахуй и на ЛАДа и Москвич. Все, всех пересадить, бля. На... И пересажать, тех, кто не захочет, или пересадить. Это глупые и внушаемые. Ух, же те американцы нацелились на детей.